Туристы, как из каких стран большинство приезжают вообще в Самарканд? Туристов я вижу из Франции приезжают, и испанцев много тоже. Испанцев, да? Им нравится, да? Приезжают. Да. Ну что, у вас красивый город, есть что показать, да. Чистенько все, хорошие условия. Особенно, чтобы увидеть, вот наш Регистан приезжает. Французам очень интересно, да, это наша история. Конечно. У вас она древняя. Да. Она древнее, чем европейская культура еще. Да. Благодарю тебя. Тебя как зовут? Меня Умид зовут. Умид. Ага. Спасибо. Пробудем идти. Ага. А вот еще вот расскажи, пожалуйста, вот про этнический состав. Как бы я как понимаю, что больше всего узбеков живет в Самарканде. Больше всего узбеков, но и таджиков тоже немало. Таджиков, иранцы тоже есть, конечно. И цыгане, я вижу, есть какой-то, да, ну, немного там. Да, они тоже есть, да. А еще, ну, русские? Русских тоже немало, конечно. Именно, которые здесь живут постоянно? В городе их много, да. И русскоязычных у нас тоже много сейчас. Ага. Слушай, а ты что, там русский язык изучают в школе, да? Прямо дают? Да. Как и английский, как русский? В садике, в школе, да. Вот современных семья у нас уже на русском общается. Да? Многие на русском. Ничего себе, как интересно. Слушай, а вот еще такой вопрос. Вот раньше мы приезжали, была кириллица. Ну, типа, язык, узбекский язык был на кириллице, письменность. Да, и да, перешли, да, на латиницу. Да, да, да. На латиницу, да. А с чем это связано вообще? Не знаю, по истории это не знаю. Не в курсе, да? Не в курсе. А, здорово. Ну ладно, успехов в вашей стране. У вас она очень замечательная. Нам очень здесь нравится, нам очень комфортно, вот как бы. И нас здесь мы любят. Рады мы. В отличие тоже, от других стран. А то мы сейчас токсичные стали. Рады. Да, благодарю тебя. А расскажи, пожалуйста, про Амир Тимура, Тамерлан тот же самый. Вкратце, буквально минутку-две. Чем он знаменит? А, чего я знаю, что я помню. Да. Родился в 1336 году. И так. Ну это. Ну ладно, сейчас. Все, я все. Каждое 9 апреля мы отмечаем его день рождения. Угу. Это самый уважаемый вообще деятель. Каждый год прямо отмечаем. Да. Я просто знаю, что он дошел почти до Москвы в свое время. Он со своим войском. Да. Да, он в Ельце остановился, и вот там сейчас есть доказательства. Пока. Все, давай. Вернулся в 13 веке. Он самый главный в Узбекистане. Удивительно, сейчас спросили у узбека, где находится мавзолей. И он говорит, я русский не особо понимаю. И на английском, давайте, перешла наша беседа. Первый раз столкнулся вот с этим. Очень грамотные указатели здесь, не заблудишься никуда. И мы вот идем вот сюда.
Макбараси, да? Макбараси? Мавзолей. Идем в направлении мавзолея, и вот такие добродушные и гостеприимные люди, вот Фариду, он вызвался нам помочь, показать мне, где этот мавзолей находится. И вот так приятно просто, говорит, чем вам помочь сразу же, так здорово. Так что мы скоро придем к конечному пункту назначения, где похоронен Амир Тимур, извиняюсь. Я что могу про него сказать? Он родился в 1331 году, умер в 1402. Он объединитель земель Центральной, Восточной, Западной Азии. Он дошел до города Ельца, как говорят здесь узбекские ученые. Много провел опытов, был, поощрял всяческие науки. Вот Мирассе, да, у них эта школа называется? Ну, Мирассе, где учились. Да. Это древние университеты, вот такие мы там были. Очень крутые. Регистане это. Это находится в Регистане. Да. Он был всего 1.73 по росту, я точно вспомнил. Это я говорю с той информацией, когда я 3 года был здесь назад, его вспоминаю. Что это вообще очень гениальная личность. Уже. Может, что-нибудь добавишь еще? Что ты знаешь про Амир Тимура? Нет, я не хочу этого. Не хочешь? Ну, ладно. Вот, и почему он больше в русскоязычном известен, как Тамерлан? Но Тамерлан – это немножко хромой, как бы. Поэтому его так здесь и называют, уважительно, Амир Тимур. Вот, так как бы Тамерлан здесь не принято это говорить. Все, оставайтесь с нами. Как вас зовут? Меня зовут Мадина. Вот все, вы не снимаете. Да. Мадина, привет. Да, пусть твоя землячка. Добро пожаловать. Здесь мавзолей Амира Тимура. Ну, Амир Тимур наш национальный герой. Он родился в 1336 году. Ну, на видео нельзя. Все. Нет у вас? Нет, есть у мавзолея Амир Тимура. И вот здесь это самая одна из древних находок, которая найдена. Это тронный камень. Он весит порядка там 200 тонн, да? 9 тонн. И посмотрите, как резьба сохранилась еще с 1300 каких-то годов. И мы сейчас будем короновать Терри. Терри, вставай. Ой, давай. Мы тебе воображаемую корону одеваем. Тебе. Ты прикасаешься к истории Среднего Востока. Одевай эту корону. Не тяжелая? Все, мы тебя поздравляем. Ты стала царицей. Я подтверждаю это. Двухэтажное здание Хонаков и его сестра, которые жили здесь в гости паломники, жили странствующие путешественники, монахи. Вот резная цветная наборная кирпич. Оригинал. Слева. Вот там живут. 2010-м. А секрет краски известен сейчас? Сейчас? Нет. Неизвестен? Да. Уже потерян, вот, состав? Да. А где вот эта история, легенда, что когда открыли... Сделали, так, никто не знает, из чего она сделала. А сколько лет назад вот этому узору? 600 лет. Вау, чё-то. Спасибо тебе за информацию, Тэя. Друзья, помните фильм «Джентльмены удачи», когда они бегут, Динамо бежит, все бегут. И вот именно в этом месте это все это происходило. Вот, помните это дерево? Потом мы еще из фильма вырежем, покажем. Кое-что эти события происходили здесь. Вернемся в усыпальницу Амир Тимура, Улугбека и всей династии. Мы на кладбище сейчас. Да, мы знаем. Вы увидите, зайди.
меня похоронили Амир Тимура. Да, а вот рядом, вот правее, это его внук, тот известный астроном, который открыл более 1000 звезд и написал «Прокал звездного неба», еще был Улугбек, вот его. И вся династия вот здесь, этой славной семьи, вот здесь покоится. Дети Улугбека. Маленькие дети Улугбека. Молодец, вот так вот, ребята. Посмотрите. Решетка оригинальная. Из верха на вот отсюда. Их магически. И от воссоздания вот это. Так что вот мы добрались до самой усыпальницы, еще там 3 метра вниз, и вот там, что мы видели наверху, вот копия
те же самых нагробных плит, только на 5 метров ниже. Мир глазами Тея. Друзья, с этого момента погребальницы Амур Тимура и Улугбека мы начинаем историю великого канала Миллионника. Называется «Мир глазами Тея и Саши». Добрый путь! Добрый путь! В Арканде работаете экскурсоводом, вот вожу экскурсии, сейчас сошел уже последний экзамен, сдал. Допустим, вот все-таки все, где смотрят достопримечательности, это все наносное, это для туристов. На самом деле, все самое интересное начинается вот за этими дверями. 6000 лет назад, в 1403 году, здесь был похоронен великий Тамерлан. И вот здесь лежат его останки, и все его, вся его династия, жены, наложницы, сыновья. Один из них это Улугбек, по приказу которого здесь была вот создана эта вещь. И все знания, и мне туда, возможно, будет открыт вход. Я вам попозже расскажу очень интересные вещи, о чем я рассказываю другим туристам. Оставайтесь с нами, смотрите этот канал. Оставайтесь с нами. Давай, говори. И вот, друзья, конец 5 серии. Оставайтесь с нами. Все, стоп. Еще раз надо сказать. И вот, друзья, конец 7 серии. Оставайтесь с нами. Все, идем. И вот туристы, полный автобус. Учился там, да? Да. Ага, да, на севере жил. Это университет, да? Да. Экономический, да, здесь? И вот вы сейчас учитесь, да, у вас сейчас перемена там, да? Кооперативный. Здорово. Ладно, счастливо вам. Успехов вам. Вот вечерний Самарканд. Вот так мы перемещаемся по городу. Нам так удобно. У каждого свой транспорт. Бачок. Раз, два, три, четыре, пять. И бачами танцевать. Парю, 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 парю. Что же там? Здесь гонщики, смотрите какие! Зарубаются автогонки! Пошли! Оба! Вот такая движуха в парке. Прямо. Как будто себе детство попал обратно. Как гонщица с одного автомобиля перешла на другую. Счастливо тебе, Тея. Ты не боишься? Не страшно? Я вам скажу, что эти аттракционы, я на них тоже гонял раньше. И как будто ничего не изменилось, как будто машина времени перенесла меня там на 30-40 лет назад, потому что те же самые ощущения. Только я сам почему-то не гоняю. Парням дал свой канал. Будете смотреть меня? Да. Спасибо вам за аттракционы. Вообще очень круто. Вот и конец. Субтитры сделал DimaTorzok.
Подписывайтесь на наш самый лучший канал в мире. Пока! Облака, белогривые лошадки. Облака, вы что-то мчитесь без оглядки. Вот так мы развлекаемся. Ну что, как тебе? Круто? Вот видите, после Алтая катаюсь в таких уже в Узбекистане лошадках. Ну тоже прикольно. И целая конница. Купил нам вот такой вот блендер, просто вообще настоящее чудо, и заряжается, и работает прекрасно, и быстро, самое что интересное. Смотрите, вот имбирь, там уже есть лимон и мед, и вот добавим еще немножко имбиря. Это передача «Смак», да? Да, и вот. Вау, чудо техники какое! Какое чудо техники, да? Вообще без всяких проводов. Хочешь туда, иди, хочешь сюда. Можно и статик дэнс танцевать, да? Да, можно и статик дэнс танцевать. Заряжать. Ну, конечно, ты довольна, да? Вообще невероятно довольна. И вот сейчас все вместе будем пить. Чайник уже готов. Ага. Все. И винди возьмем еще, да? Конечно. И потом будем манго тоже резать. Конечно, и бананы, и вообще все, что угодно. Ну, благодарю вас. Я его смотрел. Он нереальный. Это просто офигенный фильм. Там, где они у него этого играет папу Зевса. Это Джейми Ланнистер, смотри. Там у него руки. И вот, друзья, конец 6 серии. Оставайтесь с нами. И вот, друзья, конец 6 серии. Оставайтесь с нами.